Я приехал в 66-м году, и до меня мои коллеги и руководители города, и руководители КМК, когда они сами были здесь самые-самые. И даже в то время мы оберегали и сад металлургов, и потом создали парк Гагарина. Буквально на пустом месте, потому что там болото было, озера и так дальше. Поэтому эта территория золотая. Но если образно сказать, что она посыпана просто золотым песком. И то, что там сделано, очень тактично. И оно вписывалось, просто не надо было его так опошлять своими витражами и так дальше. То необходимо, конечно, было сохранить эту среду. Он входит в ансамбль великолепного нашего проспекта Металлургов. И поэтому, конечно, очень больно, когда мы почти на протяжении 50 лет берегли эту кусочек зелени. Вдруг появился теннисный корт, а сейчас принято почему-то решение снести и поставить от какой-то непонятный торговый центр. Ну, я бы мог понять это, если бы там хоть чуть намек какой-то остался, и потом сделать такой шедевр, который бы затмил это все и поддержал, наоборот. Но посредственное любое содержание, любого, что бы там ни поставлено, посредственной архитектуры, там не должно быть. Мы очень ценим нашу вот историческую застройку, которая называется социалистической. Она у нас удивительно гармоничная, удивительно прекрасная. Она законченная, она комплексно застроена. Там детские сады, школы, поликлиники, баня. Там все есть, скверы. Понимаете, там монументы, то есть вся инфраструктура – это любимый кусочек города. Это жемчужина. И мы можем так же распорядиться, как старым Кузнецким. Будет обидно.